В эфире «Кубань-24», программа «Горячая линия». Каждый день от вас мы получаем десятки звонков и сообщений. На самые острые проблемы стараемся реагировать сразу. Сейчас я вам покажу обращение жителя Краснодара. Я вынужден обратиться, в том числе и к компании НТК, вот, с целью, попытки помочь разобраться нам в гражданском конфликте, который сегодня, к сожалению, сложился в этом доме у меня и у нашей семьи лично. Причиной проблем и обращения к вам является неуклонное желание группы лиц, проживающих в этом доме, который я называю «Актив», и сомнительного характера руководителей ТСЖ. Вот. Они в течение 2 лет пытаются добиться уничтожения вот этого объекта зеленого природного ландшафта в нашем доме, который уже по всем фактором является идеальным вариантом для жизни нас, пенсионеров. Жилец пятиэтажки на улице Корякина столкнулся с очень странной проблемой. Правление ТСЖ «Ричард» хочет спилить деревья под его балконом, хотя они не являются аварийными. Да и в целом зеленые насаждения в Краснодаре стараются сохранить и приумножить. Ехать нам сегодня недалеко, это примерно 20 минут. Ну что, давайте разберемся в нашей проблеме. Пятиэтажка на Корякина была возведена в начале 00-х. Владимир Токарев говорит, что частично финансировал строительство. И в качестве расчетов, в общем-то, взял квартиру для дочери. Вот здесь она у нас жила до прошлого года. В 2022-м единственная дочь Владимира Николаевича внезапно ушла из жизни. Все, что вы видели вокруг, включая и эти растения, особенно вот эта лиана, это наша нынешняя память о нашей дочери. Она посадила вместе с нами, как и все деревья, мы сажали на субботники. В память о дочери Владимир Николаевич трепетно ухаживает за растением. Лиане около 20 лет, и она уже оплела весь балкон. Но это хозяина квартиры только радует. Рядом растет и тутовое дерево. Его тоже сажала дочь пенсионера. Сирийская шелковица, как так называется дерево, оно редкое дерево. Здесь, возле нашего дома, нами посажено это дерево, оно стало таким же точно, как и остальные деревья. Красивые, потрясающие листья, огромные плоды, которые детишки тут едят с удовольствием. И лиана, которая прекрасно цветет, очищает кислород. По всем данным, она является мощнейшим источником кислорода. Но самое главное, поскольку мы живем на солнечной стороне, лиана создает, в общем-то, благородную тень. В эту квартиру Токарев с супругой переехали после смерти дочери и на первом же собрании ТСЖ стали задавать вопросы. Я задал ряд неудобных вопросов о законности строительства гаражей, о законности там, утраты границ территории участка. Собираемый с нас ежемесячно налог на содержание 3000 рублей уходит вообще-то неизвестное направление и не получил ни одного ответа. Тем не менее, чтобы отомстить мне, у нескольких человек в этом доме возникло желание чем-то досадить. На очередном собрании правлением ТСЖ был поставлен вопрос о спиле лианы и тутового дерева. Мне официально задали вопрос. Предоставьте сертификаты посаженных цветов, вот эти, которые мы с вами видим. И вот этот мы запрещаем вам, вот это разрешаем вам. Касательно лианы, касательно этого дерева, тоже дайте нам разрешение, ну, в смысле основания, то есть, потому что они разрушают канализацию, разрушают фундамент. Ну, что является, ну, извините, полным бредом. То есть я понимаю, если пришли сотрудники вот, городского департамента хозяйства или там, строительства, задавая подобные вопросы. К решению проблемы правление ТСЖ привлекло местного депутата Наталью Альшеву. Она попросила городской водоканал провести визуальную проверку трубы ливневой канализации. И здесь приехали специалисты, которые с помощью видеооборудования современного просмотрели 300 метров в обои стороны эту коммуникацию. И дали заключение, что она абсолютно исправна. Вот ответы на все вопросы. Все структуры вот официально дали свои ответы о том, что это не... То есть... Не надо спать. Нет. На другой стороне фасада точно такая же лиана, но она ТСЖ не волнует. А вот же тоже лиана. Такая же точно, как у вас? Такая точно, только, ну, такая же точно, как у нас, только мощнее гораздо. А ее не спиливают? Нет, конечно, ни у кого нет, ну, даже мысли об этом. Так с той стороны тоже там такие лианы растут. А, так это не только у вас, здесь еще в другом месте. В нашем доме с той стороны просто то же самое, растут такие же точно. Встретиться с председателем ТСЖ «Ричард» Галиной Филатовой удалось только через пару дней. И вот как она комментирует ситуацию.
У нас находится электрощитовая во втором подъезде, пятиэтажке. Вот. У меня уже не было доступа зайти туда, и по пожарным нормам это не должно быть. Вот. Я попросила господина Токарева, Владимира Николаевича, убрать. Ну, наслушалась в ответ всяких оскорблений. Когда он начал это все срезать, мы увидели, что на фасаде дома отшелушение штукатурки. Затем в ТСЖ обратился сосед Токарева со второго этажа. Мужчина объяснил, что лиана оплетает внешний блок его кондиционера, и если побеги попадут в вентилятор, прибор перестанет работать. Помимо этого, сосед заявил, что растение разрушает отлив подоконника. Так как оно прорастает своими ветками, разрушает весь фасад здания. Правление ТСЖ считает, что убрать растения из-под окон Токарева нужно еще из-за канализационной трубы. Проходит вдоль пятиэтажки канализация, вот, фекальная канализация, 1,5 метра. И когда мы стали читать об этом растении, что корни до 13 метров, корни могут обмотать вот эту трубу или как-то сдвинуть ее с места, и наша фекальная канализация будет, как говорится, разрушена. Пугает соседей и тутовое дерево. Галина Николаевна считает, что его корни могут нанести вред фундаменту, а ветви скоро перестанут пропускать солнечный свет. Чтобы этого не допустить, на Корякина председатель приглашала и участкового, и представителей администрации, и депутата. Она сделала запрос в водоканал. Водоканал приехали, сделали испытания и написали нам акт, что действительно на данный момент, что корни, канализация не повреждена, но в дальнейшем это может произойти. Но чтобы убрать растение, нужно заплатить. Нужно нам заплатить 64 344 29 рублей. По решению членов правления мы написали письмо собственнику 25-й квартиры, это супруги Токарева Натальи Альбертовны, чтобы они удалили за свой счет, чтобы они оплатили. Сначала нужно оплатить, а потом уже предоставить департамент, что мы оплатили, а потом уже удалять это дерево. На Корякина горячая линия пригласила специалиста по озеленению из городского департамента. И вот что он нам рассказал. Дерево, о котором мы говорим, собственно, шелковица, туя и вот эта лиана, они находятся в прекрасном состоянии, хорошем, здоровые, поэтому ну, я не вижу чего-то, чтобы мешало бы, ну, или скажем так, вызывало какое-то мнение, что оно тут не нужно. Канализационной трубе, по мнению Ёщенко, тоже ничего не грозит. По своей физиологии молодые корни всегда обходят то, что несуществующие какие-то преграды на своем пути встречают. Есть ли какие-то деревья, которые вот действительно разрушают фундамент? Ну, я намекаю. Ну, нет таких деревьев. Или нет деревьев? Таких есть, деревьев например, нет. Рядом с домом я слышала, нельзя сажать ель или, там, например, дуб, потому что он мощный. Нет такого понятия? Нет такого понятия. А расстояние какое должно быть от дерева до жилого помещения? Ну, строгой тут привязки такой нету. То есть у нас есть рекомендации госстроя, 153 приказ, да, в котором рекомендуется высаживать деревья там, на расстоянии там, не менее 5 метров. Но опять-таки это рекомендательно, во-первых, характер носит, да, во-вторых, это ну, обобщенное, потому что разные деревья имеют ну, разную свою корневую систему. В защиту зеленых насаждений работает и закон, который не позволяет бесконтрольно спиливать деревья. За незаконное уничтожение зеленых насаждений, согласно закону 2695, рассчитывается ущерб в 5-кратном размере от компенсационной стоимости. Только в случае аварийности, ну, наличия признаков аварийности этих деревьев, то есть мы в сумме этих признаков признаем состояние дерева, оно может быть удовлетворительным, либо неудовлетворительным. Ну, все две категории используют, да? Вот здесь какое? То есть здесь оно, ну, как минимум удовлетворительное, я бы даже сказал, хорошее, потому что, ну, вот шелковица, она вообще, собственно, молодое дерево, то есть внешне никаких признаков не присутствует. У лианы то же самое. Ну, они в хорошем состоянии. То есть вы на это порубочный талон не дадите? Нет. Чтобы спасти любимое растение, Владимир Токарев обратился в Совет по правам человека при губернаторе края. Станислав Бабин, заместитель председателя Совета, пояснил, если принимать во внимание аргументы правления ТСЖ, деревья придется спилить по всему Краснодару. Приехал сюда, как раз проводилось собрание жильцов ТСЖ, и я перед собранием посмотрел на вот это вот прекрасно красивое дерево и обратил внимание, что вопрос здесь ни в чем, непонятно в чем вопрос,
все доводы, которые говорят, корни, там, корневища идут под дом, это такой умысел. Вот на сегодняшний день я не вижу ни одного аргумента, который был бы за то, что нужно снести дерево. Итак, это был Краснодар. Горячая линия рассматривает такую проблему впервые. Давайте спросим нашего эксперта, что делать в подобных ситуациях. И первым делом Елена Старкова советует написать заявление в свою управляющую организацию. Зеленые насаждения у нас в Российской Федерации охраняются законом. Обычное дерево даже на собственном участке не просто так спилить. Поэтому в случае, если есть опасность того, что ваше дерево хотят спилить, вы пишете заявление в ТСЖ и говорите, что вы не согласны с тем, что нужно это дерево пилить. Если управляющая организация проигнорировала ваше заявление и ответила, что деревья все равно намерены спилить, нужно обратиться в администрацию вашего населенного пункта, в отдел или департамент, отвечающий за имущество поселения. В нашем случае это департамент городского хозяйства. И его специалисты выйдут на место, проведут соответствующую свою экспертизу и дадут заключение по поводу того, насколько это дерево угрожает жизни и здоровью граждан. Защитить зеленые насаждения, если они не представляют угрозу жизни и здоровью людей, могут экологи. Нужно заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет установить вид дерева, его состояние и надежность корневой системы. Заключение экспертизы понадобится в дальнейшем, если управляющая организация захочет спилить деревья через суд. Чтобы у вас на руках был документ, подтверждающий ваши обстоятельства, обратиться можно к экологам для того, чтобы они провели свою экспертизу по данному вопросу и дали вам соответствующее заключение. Привлечь к решению проблемы также следует прокуратуру. Чтобы прокуратура в рамках своих полномочий проверила данную ситуацию и разъяснила гражданам, в каком случае можно пилить дерево, каким нет, и какие последуют наказания в случае, если дерево будет спилено без соответствующего разрешительного документа. В данной ситуации, считает Елена Старкова, обращаться в суд оснований нет. Пока дерево не спилено, права граждан не нарушены. А значит, суд не примет ваше исковое заявление. Это была программа «Горячая линия». Если у вас случилась подобная ситуация, то алгоритм решения проблемы уже есть. Пожалуйста, пользуйтесь. Обязательно подпишитесь на наш канал в Ютубе и Рутубе. Называется он «Кубань24док». Оставляйте там свои комментарии. Пишите нам на электронную почту, звоните по указанному телефону и добивайтесь справедливости.